На марке изображены растения парка. Подснежник Воронова, кандык кавказский, хурма и цикламен кавказский. Марка номиналом 29 рублей, издана тиражом 100 тысяч экземпляров, поступит в продажу в отделение почты по всей стране. Флора России отличается большим разнообразием. Насчитывается более 12,5 тысяч видов растений, около 5 тысяч мхов и лишайников, не менее 11 тысяч грибов. Лучшие коллекции растений представлены в парке дендрарий.